Сегодня я приехал на СДЭК, и у меня пришла посылочка. Я, собственно, смотрю, что-то ярко-зеленое в СДЭКовском пакете. А это у нас что? Посылка от Original Virginia. Я немного прихуел. Так, типа, чего? Что произошло? Неужели пошли опять ништячки от компании? Ну, окей. Там был прикольный бокс с бутылочкой гранатового сока и, соответственно, новым вкусом компании гранат. Из всех гранатов... сейчас зайду сдалека. Вот прям сдалека. Из всех гранатов, которые я прокуривал, больше всего мне зашел гранат от компании Daft. Да, это пиздейший виноград. Прям хороший. Больше всего на тот момент мне казалось до сегодняшнего дня, что самый хуёвый гранат был у компании Darkside. Я снимал на него выпуск, я там рассказывал о том, что это гранат, который у какого-то овощника, давайте скажем, у Илкина, выпал, когда он нес коробку с гранатом, закатился куда-то, блядь, под тумбочку и пролежал там, блядь, 3 месяца. И тут этот овощник этот гранат находит, такой, блядь, Бычков, блядь, у меня есть новая, блядь, идея ко вкусу. Вот примерно гранат у Дарксайда такой получился. Но сегодня, или сейчас, давай скажем, что сейчас... Я курю гранат от компании Original Virginia. И... Я не знаю, как это сказать. Я вот прям вообще не знаю, как это сказать. Я скажу шепотом. Но это гранат самый охуенный из тех, что я курил. Учитывая, что у нас очень сильный был конфликт с Original Virginia, но гранат, сука, охуенный. Он не прожженный, он не кислый, он, сука, не приторно сладкий, он как нежный покупной гранатовый сок. Вот есть натуральный гранатовый сок, который выжимают при тебе, он кислючий, но полезный. А этот, который ты можешь просто пить залпом и реально утолять свою жажду. И по сырью. Оно стало каким-то другим. Оно стало реально мягким, учитывая, что чашку мне забивал Аркаша. А это, знаете, не приходится раз на раз, что курится все очень здорово. Но получилось прям очень здорово. Что я хочу вообще сказать? Смотрите, по жаростойкости вполне норм. То есть я думал, почему-то раньше Original Virginia дико горело, сейчас, походу, исправили. По восприятию на первые тяги очень здорово. Ничего не химозит, не сифонит, нет каких-то потусторонних ароматов, все очень здорово. Что касается продолжительности, я перед тем, как врубить камеру, я сидел его, прокуривал минут 25, наверное, и пытался, блядь, понять, стоит ли мне вообще, блядь, что-то снимать, что-то делать. А потом я подумал, блядь, а у меня же есть подписчики, я думаю, гранатовый сок и гранат им понравится. Короче, если вы думаете, что здесь какой-то кислый гранат, то нет, это ошибочка. Здесь довольно-таки сладкий, но очень-очень мягкий гранатовый сок, и получился он прям очень здорово. Поэтому это такая маленькая рецензия, чисто чтобы поделиться с вами, грубо говоря, своими эмоциями от этим, об этом вкусе. И ситуация, да, с Original Virginia была плохая, но я как-то бы ее забыл, да. То есть единственное, о чем мне напоминало о ней, это, собственно, сама Original Virginia, так сказать, когда я на нее нарывался. Но после сегодняшней посылки я понял, что ребятки снова добавили меня в список своих рассылок, так сказать. И было немного даже приятно. Спасибо за гранатовый сок. Я тогда хотел очень сильно пить, и меня это прям очень выручило.
Теперь, к чему я? Давайте мы сейчас дружно попробуем прогнуть компанию Original Virginia хотя бы на три таких же блогера бокса, который сегодня пришел ко мне. Это два вкуса, большая, маленькая баночка и гранатовый сок. Как прогнуть? Я думаю, все очень просто. Я наобум сделаю розыгрыш в своем телеграм-канале и просто по факту отправлю это Original Virginia и скажу: ребятки, давайте все, жить дружно, ради моих подписчиков, давайте разыграем вот три бокса и отправьте три бокса трем победителям. Потому что гранат, я думаю, нужно попробовать. Это очень, на самом деле, специфичный вкус, очень специфичное название вкуса гранат. И я больше чем уверен, что 100%, приходя ты в магазин, ты последним, блядь, посмотришь на вкус гранат, нахуй нужен. Поэтому, чтобы люди с ним познакомились, я скажу: ребятки, давайте троим отошлем эти боксы. Как вам идея? Охуенная? Можете, кстати, также бомбить сейчас комментарии под этим постом, типа Original Virginia, прогинайся на три бокса. И чем больше этих комментариев, я думаю, будет, тем, может, больше боксов будет, которые, соответственно, вы выиграете. Я вам напомню, что контента будет много, в том числе лайва, хуяйва и прочего. Так что всех люблю, это Дава Дым, это Original Virginia. Ну а мы также сидим в стенах Мамуни и вас там ждем.